Привет, ребята, у нас отличная новость из Японии. У нас поступила машина, такую вы, может быть, даже никогда вживую не видели. Это Toyota Corolla Rumion 2013 года, беспробежная. И прежде чем снимать на нее обзор, мы ее решили продиагностировать. Если вы не знаете, то это наш шоу-рум, здесь наши машины. И здесь же находится наш диагностический центр. Машину проверим, чтобы знать точно, что она в порядке, она безопасна. Так что сейчас будем смотреть, доверим дело профессионалам. У нас есть специалист, сейчас он ее будет поднимать и полностью вообще осматривать. Немного забегая вперед, хотел бы сказать о болячках машины этой. Но по факту, на самом-то деле, каких-то серьезных проблем у этого автомобиля нет. Построен Rumion на базе обычной Corolla Axio. Ну а все мы знаем, что та машина очень-очень надежна. Можете перечитать различные форумы, отзывы и так далее. Автомобиль очень надежный. Ну, про движок, там, про подвеску я буду позже рассказывать. Пока ждем диагностику. Все, наш автомобиль продиагностирован. Сейчас Слава нам расскажет, что и как там по технике вообще. Рассказывай. По технической части автомобиль полностью исправен. Ничего не нашел, никаких отклонений от нормы. По ЛКП есть два элемента крашены. Ну, и так, подкрашены чуть-чуть. Какие? И задняя крышка багажника, правый уголок, и правое крыло по арке. Тоже не, прям не полностью, да? Кусочки вот такие, квадратом и все. Все остальное в родной краске. Никаких сколов, вмятин, царапин. Просто машина горит на свету. Понятно. По солнышке будет сверкать. Беспробеговая, там пробег 80, да, ты сказал? Да, 80 тысяч пробег. Из Японии прошла, для японца это вообще ни о чем. Можно ехать нам ее снимать? Конечно, можно. Ну все, спасибо, поехали. Че, давай, обзор снимать пора. Ты че, прикалываешься, что ли? Ветрище такой. Иди ты нахуй.